это пример народной дипломатии. Пока наша СБУ устраивает игрища, каким переговорщикам давать обменный фонд, каким не давать, люди договариваются сами без обмена и вызволяют наших людей. Вот, собственно, как бы пример достойный подражания. А Наливайченко, Грицак и компания пусть задумываются над этим. Может, надо побыстрее это все делать и выбирать. Кому-то дают, кому-то не дают. Кто там при власти, тому дают, другому переговорщику не дают обменный фонд. Ну, то есть это эти игрища, ну, как бы они политические, они не стоят страданий этих людей, которые находятся сегодня в плену.